Начальник областного УМВД, генерал-майор полиции Василий Салютин встретится с жителями Десногорска. Встреча состоится 23 мая в 15:00 в Центре культуры и молодежной политики. У жителей города будет возможность задать свои вопросы как представителям областного управления во главе с генералом, так и руководству городского отдела МВД, озвучить самые актуальные и наболевшие проблемы. По окончании мероприятия генерал-майор проведет личный прием граждан. Предварительно записаться можно по телефону, который вы видите на экране своих телевизоров.